Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телевидение Казанского федерального университета. Я ведущий программ дискуссионного клуба Юрий Алаев. Но сегодня у нас не совсем обычный, или вернее, совсем необычный дискуссионный клуб. Здесь собрались не только студенты, ученые, преподаватели университета, но и представители многих общественных организаций, политических движений, партий. И мы все здесь собрались для того, чтобы посмотреть и послушать послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию и, естественно, всему обществу. После того, как мы все это посмотрим и послушаем, состоится, будем надеяться, плодотворное и достаточно лаконичное обсуждение. На этом я пока что заканчиваю. Садимся, смотрим и слушаем. Итак, мы продолжаем. Мы только что послушали послание президента Российской Федерации Федеральному собранию, имели возможность немножко перевести дух, и я надеюсь, что мы сейчас, как принято говорить, в конструктивной, плодотворной манере, в русле умеренности и аккуратности, обсудим, обменяемся впечатлениями и мнениями. Прежде чем это начать, я позволю себе представить спикеров. По традиции в рамках формата нашего дискуссионного клуба три красных кресла. А сегодня их занимают доктор наук профессор Андрей Георгиевич Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ. А заранее хочу упредить возможные вопросы, почему конфликтолог здесь у нас в центре, потому что я объясню. Очевидно, что прогресс невозможен без конфликта старого и нового, и кому, как не Андрею Григорьевичу, здесь по этому поводу, Георгиевич, извините, да, что-то такое сказать. Ближе ко мне заместитель председателя, да, Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Сергеевич Николаев. И здесь уже был вопрос из зала, что такое платформа 21, я думаю, что Артур Ахатович Хазиев, который представляет это общественно-политическое объединение, насколько я понимаю, организацию, он будет иметь возможность хотя бы вкратце объяснить. Но он представляет, как легко понять, вот молодое новое поколение людей, которым не безразлично, что и как происходит в нашей стране, в Татарстане в том числе. Здесь же у нас присутствует заместитель министра экономики Республики Татарстан Наталья Владимировна Кондратьева. Спасибо, что выбрали время. Я знаю, что вам нужно будет скоро на очередное совещание. Министерство экономики уже приступает к реализации положений послания. Поэтому мы замминистра, наверное, отпустим. А в первом ряду здесь тоже уважаемые эксперты. Андрей Римович Тузиков, заведующий кафедрой КНИТУ Государственного муниципального управления социологии, доктор наук. Рядом Олег Дмитриевич Агапов, руководитель проектного офиса агентства стратегических инициатив КИУ. Спасибо. Такое ощущение, что Олега Дмитриевича знают здесь больше присутствующих. Поаплодировали хорошо. Руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазлевич Фазылов. Председатель молодежного парламента первого созыва при Госсовете Татарстана Нина Константиновна Шимина. И хорошо уже всем здесь известный и только что перед вами выступавший с напутствиями директор Высшей школы журналистики Казанского федерального университета. Вот он, как и полагается, директор Высшей школы журналистики командует журналистами. Леонид Григорьевич Толчинский, кандидат наук. На этом представлении я закончу. И у меня сначала вопрос, даже не вопрос, а я хочу посоветоваться с вами, уважаемые спикеры, эксперты, ну и с залом тоже. С чего начнем? Понятно, что с моей точки зрения, во всяком случае, ударная часть послания пришлась на последние 20 минут. Это целая серия поправок, предлагаемых в Конституцию Российской Федерации. Более того, не просто предлагаемых, а предлагаемых к широкому обсуждению и, как выразился Владимир Владимирович, голосованию всенародному. Это
Первое предложение. Можно с этого начать. Можно начать с того, что ближе, ну вот рядовому, обычному нам с вами человеку, да, с тех вливаний, которые обещаны в самом начале послания. Материнский капитал, школьное питание, доплаты за ребенка не только второго и третьего, но и за первого, ну то это в рамках материнского капитала, и тому подобное. Что? С чего? К вам поближе. А что вам ближе? Я же не уверен. А вдруг вам ближе? Ближе к Конституции. Но для начала вопрос общий. Если кто-то захочет, просто вот сделайте так, вам микрофон подадут, да, передадут. Общее ощущение. Может кто-то высказать? Вот вы послушали, ну и? Это что? Ага, послание, да. Да, давайте. Олег Дмитриевич Агапов. Ау? Хватит ли денег? То есть все-таки не с Конституции начнем. Вот по этому вопросу уже можно судить, что начинать надо, наверное, не с Конституции. Пожалуйста, вот сюда микрофон. Добрый Олег день, уважаемые коллеги. Я считаю, что федеральное послание нашего президента – это прежде всего для нас призыв, как своего рода мобилизация для тех ресурсов, которые есть у нас. У всех, это и у институтов гражданского общества, у государства. В целом, я считаю, что перспектива вполне понятна. В центре как раз стоит человек, повышение человеческого и социального потенциала России. Больше всего как раз речь идет о вопросах как раз социально-демографических, но на них выстраивается уже затем весь комплекс и, соответственно, экономических предложений, весь комплекс политических предложений. Кроме того, вопрос как раз именно и реструктуризации вместе с мобилизацией. Почему? Потому что действительно здесь речь идет о планомерной, я считаю, политической реформе, которая позволит устранить многие, ну, скажем так, препоны нашей политической системы, скооперировать, скоординироваться. У меня такое ощущение, что, в принципе, начался новый этап, который мы можем назвать пересборкой России уже с новым поколением, поколением Next. Ну и в этом плане я считаю, что в этом федеральном послании было приглашение всех тех, кто сегодня действительно хочет конструктивно работать над развитием России, над развитием как раз всех субъектов России. В целом как раз главное впечатление именно такое. Мы на пороге нового, собственно, мобилизационного и, я бы не сказал прорыва, но системного развития. Вот такое спасибо. Мое общее впечатление. Спасибо. Большое спасибо. Олег Дмитриевич. Да. Да, конечно. Дмитриевич. На мой взгляд, произошло очень знаковое событие. Да? Ну, с одной стороны, рутина, да, ежегодное послание президента, это как бы точно так же, как наступление лета или там какого-то времени года. Вот. Но в этом году прозвучало две, на мой взгляд, очень знаковых вещи, которые, в общем-то, ожидаются в обществе. Речь идет о суверенизации нашего законодательства и того политического класса, который это законодательство исполняет. Что я имею в виду? Смотрите, Конституция 1993 года содержит статью, где четко указывается о приоритете международного права над внутрироссийским. Значит, критики в этом усматривают определенную утерю российского суверенитета, как и статья 13 о запрете на идеологию, которая фактически означает запрет на суверенное целеполагание. Вот процесс, что называется, пошел, да? Можно по-разному это оценивать. Кто-то будет говорить, что какой ужас, там запретили некоторым людям жаловаться там, в Европейский суд по правам человека. Да, может быть такая, что называется, загогулина тоже произойти. Но принципиальная отмена в Конституции фразы о том, что международное законодательство обладает приоритетом над внутрироссийским, это серьезно. Угу. Это означает, что Россия заявляет о том, что она сама собирается определять, что и как для нее представляет приоритет и ценность. Второй момент. Не знаю, кто как обратил, не обратил внимания, я обратил, он в этом же русле идет. Это
тот факт, что нашему политическому классу провозглашается однозначно. Во-первых, пересмотреть этику бизнеса на этику служения. Вот ведь государственная служба называется-то. Так, не государственный бизнес, а государственная служба. И государственный чиновник вообще-то именуется государственным служащим. Так, и вот эта этика служения предполагает, что служение не есть выгодное дело с точки зрения обеспечения каких-то личных интересов. И в связи с этим последовало как бы предложение рассмотреть вопрос о запрете вот этого пресловутого двойного гражданства, так, или вида на жительство, да, что, в общем-то, означает юридическое право жить в одной стране, а работать, зарабатывая в качестве чиновника, в другом. Да. Вот наверняка это вызовет и недовольство, да, в среди политического класса. В свое время Николай II тоже пытался как-то политический класс тогдашний призвать в этом смысле к порядку, запрещая держать деньги на зарубежных счетах и прочее. Это, в общем-то, достаточно знаковое, на мой взгляд, заявление. Будет очень важно, чтобы оно было реализовано. Вот с политической точки, на мой взгляд, это революционное содержание в нынешнем послании. Спасибо большое. Спасибо, Андреевич. Учитывая, значит, ну, понятно, что вот сейчас у нас качели начинаются, да, все-таки мы сначала о детях и о молодых мамах, о демографии, или все-таки мы вот, я абсолютно согласен с оценкой, это действительно революционный шаг, но давайте мы все-таки к нему вернемся чуть попозже. Я позволю себе просто напомнить, вот, видите, сидел, конспектировал, как и некоторые другие, кстати сказать, здесь не я один. Так вот, с чего начал? Он начал с того, что необходимо новое качество госуправления. Чуть ли не первая фраза. Потом он к этому вернулся уже опосредованно, через ряд примеров, через ряд каких-то инициатив. А потом достаточно большое время в послании было уделено проблемам демографии. И опять же, с моей точки зрения, Путин абсолютно прав, когда заявил, что какими мы будем и наше будущее зависит от того, сколько нас и какие мы. Да? Вот есть масса эта критическая, подготовленная, здоровая, целеустремленная, запитанная какими-то идеалами, какими-то нравственными ценностями, население или граждане страны, значит, у этой страны будет будущее. И он предложил целую серию мер, которые направлены по логике президента и тех, кто готовил ему это послание, на то, чтобы нас стало больше, и мы стали лучше в физиологическом смысле, психологическом, морально-этическом и так далее, и так далее. И здесь начинается то, что в обиходе называется «залить деньгами». 450 тысяч материнский капитал, плюс 150 тысяч, если вы родили третьего ребенка, плюс, значит, еще там компенсация затрат на приобретение жилья в сельской местности на миллион. Можно вообще-то на самом деле много чего купить, да, не один домик, и даже не два, и даже в небольших городах, то есть вроде бы. И вот эта вся закачка идет, все перечислено. Не очень я понял, может быть, кто-то из специалистов уточнит, что имелось в виду под социальным контрактом, потому что, на самом деле, по-моему, это вещь абсолютно не работающая. Но это, ладно, в частности. Так вот, понятно, что на все на это потребуются гигантские средства. Причем средства не только и не столько, может быть, федерального бюджета, а в целом ряде случаев средства региональных бюджетов. Вот то, что... Да, это та рубашка, которая ближе к нашему телу, мы здесь, в Татарстане. И учитывая то, что у нас Наталья Владимировна собирается реализовывать уже на совещании в Минэкономии проект, у меня к вам простой вопрос. Наталья Владимировна, да? Слышите меня? Мы здесь вот перемолвились с вами парой слов, и вы сказали, что у нас все это уже есть. Нельзя ли пояснить, что Татарстан уже все реализовал, что президент только предлагает в части улучшения? Я про другой
вопрос задавали. Да, будьте добры. Вы задавали про деньги, хватит ли у нас ресурсов на реализацию проекта. Ну, конечно. Я хочу сказать, что в этом году на реализацию национальных проектов именно в Республике Татарстан было выделено 27,4 миллиарда рублей. В общем целом. Из них 19,9 это за счет федеральных средств, остальные средства это бюджет Республики Татарстан. То есть 5 миллиардов примерно татарстанских, 19 федеральных. Процент софинансирования у нас оставляет федеральные 81 и 19 республика. Плюс республика дополнительное средство выделила 2,2 миллиарда рублей. Это то чисто наше дополнительное средство. Поручение президента мы сейчас говорим о всех 13 национальных проектах. Мы участвуем в 11 национальных проектах. Вот то, что я сейчас перечислял, вот поддержка материнства, детства, школяров, на эти проекты есть? Безусловно, в этих национальных проектах мероприятия, на которые направлены средства, все они были. Сейчас, что говорил президент, да, Владимир Владимирович Путин, видимо, соглашения будут пересматриваться и дополняться теми мероприятиями, которые он сегодня озвучил. И, видимо, будут увеличиваться суммы, предоставленные для каждого субъекта. Это очень интересно. Суммы, наверное, будут увеличиваться. Ну, вы как ответственный представитель Министерства экономики не побаиваетесь, что помимо увеличения сумм изменятся пропорции? И региону предложат, всем регионам, не только Татарстан, ежегодно вложиться побольше, я хотел сказать. Ежегодно распределение по нацпроектам утверждается Минфином. И в конце прошлого года тоже также утвердили, что в рамках национального проекта процент софинансирования Республики Татарстан, в частности, не изменится. Он будет составлять 19%, как и в прошлом году. То есть послание ничего не изменит в этом смысле? Пропорции, я думаю, что нет. Да. Хорошо. Это делается один раз в году. Хорошо, спасибо большое. Можно дополнить? Да, вот я как раз и хотел к вам обратиться, потому что здесь нужно какой-то еще объем придавать. Артур Сергеевич, пожалуйста. На самом деле я специально даже записал себе. Было сказано, мы с вами писали на передовке. Да. Было сказано именно как раз, что не уменьшать региональный бюджет, а за счет увеличения федерального бюджета, вот практически по многим статьям, где были произнесены какие-то, значит, суммы конкретные, это прям было оговорено отдельно и специально. Причем даже было сказано, что будут рассматриваться и отслеживаться эти суммы. То есть это не ухудшая, не утяжеляя региональный бюджет, но увеличивая федеральные возможности. В том числе и золотовалютные резервы, то, что было сказано, да, то есть оттуда возможно, и бюджет, то есть он федеральный, по крайней мере, будет как раз на это настраиваться. Простите, у нас федеральный бюджет профицитный в несколько триллионов. Нет, то, что федеральный бюджет профицитный, то, что у нас более 7% от ВВП уже составляет фонд так называемого национального благосостояния. Это все понятно. Я согласен с тем, что сейчас сказал Артур Сергеевич, просто, может быть, я как-то неправильно расслышал, но мне кажется, как раз вот президент, когда говорил о том, что доля финансирования из федерального бюджета на перечисленные эти проекты, программ будет увеличиваться, он в свойственной ему манере, он же всегда немножко приоткрытый держит, да, все форточки, все дверцы, все возможности, взял и добавил. Но, конечно, и главы субъектов федерации, и в это время показали Рустаму Нургалиевичу Миниханову. Должны тоже подумать о своих возможностях. Это не так все просто, мне кажется. Хорошо бы, если бы манна небесная из федерального бюджета пролилась на субъекты федерации, на Татарстан в том числе, а наши затраты бы не увеличились. Нас никто бы об этом не попросил. Но что-то мне подсказывает, что нас все-таки попросят в той или иной форме, в той или иной степени. И здесь все-таки я еще раз к вам хочу обратиться, Артур Сергеевич. Просто в целом по картинке, которая сейчас существует в экономике, насколько мы готовы к каким-то очень резким прорывным движениям, насколько Татарстан один из лучших, да, в России, и если мы на примере Татарстана что-то посмотрим, мы можем представлять, насколько в целом экономика России готова к этим многомиллиардным, триллионным, на самом деле, вливаниям.
обещанным вот сейчас с высокой трибуны в манеже в послании к Федеральному собранию? Ну, если все-таки рассматривать с точки зрения подпитки федерального бюджета, то тогда это понятно. Если все-таки будут больше смотреть на региональный бюджет, то это, конечно, будет довольно-таки тяжело региональному бюджету выдержать. И это необходимо, конечно, определенный возврат тех денег дополнительных, которые, возможно, будут закладываться сейчас. То есть понятно, что сейчас бюджет должен, я тут, наверное, поддержу Минэкономики, должен пересматриваться, видимо, да, потому что деньги же закладывались еще, там, начиная с сентября, там за полгода как минимум начинают закладываться. Ну вот они сейчас как раз и пересматривать будут, я так понимаю. Можно одну реплику? Да, конечно. В ответ на ваш вопрос, Владимир Кутилов, агентство «Теория Дарвина». На самом деле президент несколько раз в своем послании обращался к региональным властям и подчеркивал их роль в реализации именно с позиции того, что, коллеги, деньги-то у нас есть. Вы обратите внимание на то, как нам реализовать и выполнить те планы, которые у нас есть с вами и которые обозначены в тех или иных там, нацпроектах или тех проектах, о которых я заявляю сейчас, сказал президент. Да? То есть проблема-то как раз в реализации не финансовая, и здесь не стоит беспокоиться о том, заберут у региона больше денег, попросят у региона больше денег или нет. Деньги есть, сказал президент. Сделайте. А вот с реализацией возникают большие проблемы. Ну, собственно, когда он про детские сады, которые не могут получить лицензии, говорил, он об этом как раз и упомянул, и напомнил, что мы деньги даем, но выполнить не можем. И это и есть основная большая проблема, потому что огромный пакет тех изменений и вливаний в социальную сферу, которые заявлены, он требует больших усилий от региональных властей, исполнителей и местного самоуправления. Как бы в конце, в другой совершенно части, когда он говорил о повышении ответственности и повышении статуса всех ветвей власти, он снизу до верху прошел, он про местное самоуправление как бы вынужденно стал говорить, как будто бы, потому что, в общем, особо сказать о них нечего, и о полномочиях, и перераспределении, и о межбюджетных отношениях ничего не было сказано, да, поэтому сильно-то полномочий туда нельзя перераспределить, но не сказать он о них не мог, потому что именно от них зависит реализация тех самых детских садов, школ и так далее. Окей, то есть это не мне, то есть на самом деле существует проблема недоосвоения, да, как говорят бухгалтеры и экономисты, недоосвоения. Существенное спасибо уточнение, деньги выделяются и где-то они начинают либо крутиться на депозитах известных структур, приносить свою маржу, но не на реализацию. Либо криворукие реализаторы, да, не в состоянии получить паспорт готовности какого-нибудь детсада. На сегодня, наверное, последний к вам вопрос, Наталья Владимировна. Насколько вот критиковали освоение, да, ход освоения, и вот сейчас коллега об этом сказал из пиар-агентства, что по одному проекту там 40% освоения выделенных ресурсов, по другому 35%, более или менее, кажется, по аграрному там сектору и по дорогам 60, на уровне 60%. То есть идет колоссальное недоосвоение, просто как иллюстрация. А что можно сказать по этому поводу применительно, опять же, к нашей республике? У нас освоение составляет 96,8% за 2019 год. Мы выполнили практически на 100%. И освоение средств у нас из 27,4, которые мы нам выделили на реализацию нацпроекта, мы освоили 26,3 миллиарда рублей. Молодцы. Построено 341 объект. Которые практически на 100% мы выполнили все заявленные на себя обязательства республики. Потрясающе, спасибо большое. Я честно скажу, я немножко в курсе, но я не ожидал таких цифр. Спасибо, да. Это очень... Да, пожалуйста, микрофон. Где ближайший? Да, все есть, да? Да, говорите, пожалуйста. Работает? Только назовитесь, если не трудно. Так, Мухаммедзянов Лили.
член регионального штаба Всероссийского народного фронта Республики Татарстан. Вот сейчас нам предлагают опять, как сказать, денег, да, повышение. Не окажется ли это бесплатным сыром в мышеловке? Потому что на сегодняшний день я знаю, что материнский капитал, да, если его распределить, он уже не хватает на оплату даже детского сада. Получается, мы богатый регион. Чем мы живем более в экономически развитом регионе, тем больше мы начинаем здесь за все платить. За детский сад, за квартплату и за все остальное. И выходит, получается, что мы все равно не можем вырваться, как мы говорим, вот этого порога бедности и наш получать. Почему бы, если мы богатый регион, почему мы не можем платить меньше за детский сад? Почему не могут нас поддержать местные органы власти? Это первое. Второе, что мы тоже сталкиваемся неоднократно, когда сейчас мы, у нас идут национальные проекты, которые нужно реализовывать в Республике Татарстан. Но быстроты не происходит реализации этих проектов. Потому что все равно мы встречаемся с местными органами власти, когда, получается, нужно написать, нужно обсудить, нужно встретиться, прождать какое-то определенное время, донести вопрос какой-то. Его только вопрос занести, больше ничего не надо занести. А? Только вопрос надо занести, больше ничего не просят. Нет, зачем проблему решить какую-то определенную, вопрос поставить. Извините, это просто как-то это прозвучало так, что надо занести. И я подумал, о чем это. А как это правило, вы? Просто нам и говорят, занесите, мы рассмотрим. Ну да, да, они как вот раз именно, и знают терминологию. Нам говорят, да, они говорят, а чтобы занесите. Зайти и просто спросить, это еще очень дольше происходит. Да. Слушайте, ну вы просто неправильно понимаете чиновников. Когда они говорят, вы занесите, они совершенно другое имеют в виду. Поэтому и движется все так не очень, потому что часто заносят. Как вот это нам преодолеть, чтобы... Вот хороший я поняла, о чем они мне говорят. Хороший и вопрос. И третий, что... Да. Вот он говорит, что нужно учитывать мнение народа. Как вот это сделать, чтобы учитывалось мнение народа? Это на самом уважение деле один, и мнение народа. Это на самом вот деле очень один из сложнейших вопросов. Да, то есть это вопрос обратной связи. Но вот глава юных парламентариев Республики Татарстан хочет, наверное, пояснить, да, что у вас есть опыт, когда народ, то есть вас слышат, Фарид Харулович там или кто? Начнем, если с Фарид Хайрулович, то Фарид Хайрулович нас, конечно, всегда слышит. Да. Но конкретно в этой ситуации я хотела высказаться скорее не как глава молодежного парламента при Госсовете, а как молодая мама, так как до этого я возглавляла сообщество мам Республики Татарстан. И вот в тот перерыв, который у нас был, я ради интереса зашла в наши социальные сети посмотреть, каким образом реагируют мамы так на то, что сказал Владимир Владимирович Путин. Я увидела сотни комментариев, и 95% из них были недоверие. То есть молодые мамы не понимают, откуда будет взят бюджет, не понимают, в какие сроки этот будут реализованы. И единственное, во что они верят, это в то, что вместо 77 тысяч детских мест в детские сады всего лишь сдано только 37. То есть действительно у нас в рамках нацпроектов есть бюджет на строительство детских садов, но не все они сданы в полной мере. И сейчас вот, да, если ей не хватает. Но я сама для себя, как молодая мама, да, отметила тот пункт про питание в школах. Mm-hmm. Да, с 1 по 4 класс у меня двое детей, близнецы, которые ходят в школу, и примерно 5 тысяч в месяц составляет вот это детское питание в школах. И для нас это станет, конечно, хорошим подспорьем, что 4 года в ближайшие мы платить в школе не будем. Вот. А на что касается того, слышит ли народ или нет, вот я считаю, что в социальных сетях всегда можно очень четко отслеживать вот такие вот политические настроения, потому что что говорят женщины, в основном это все то, что говорят дома. И поэтому... Очень что, часто что вот этот говорит вот... женщина, то говорит Бог. Ну, конечно. Да-да-да, нет, да, пожалуйста, извините. Да, именно поэтому очень часто мы как раз-таки формулируем вот этот вот сбор от молодых семей и передаем дальше. И я думаю, что как раз-таки, исходя из этого, можно делать определенные выводы, как слышать народ. Социальные сети — это инструмент прислушаться к народу. Ах, вы думаете, говорят, Владимир Владимирович не пользуется социальными сетями, он вообще... Я тоже не пользуюсь. Да-да-да, вот видите, есть великие люди, которые не пользуются и ничего. Могут себе позволить. Могут себе позволить, да. Спасибо, это существенное уточнение. Конечно, на самом деле проблема обратной связи, проблема донесения неискаженной информации, она очень серьезно имеет значение, очень серьезный характер. И
Посмотрим, что стоит за этой фразой из начала послания о необходимости или назрелости, там, что ли, если можно так выразиться, да, качественного изменения, вернее, радикального изменения качества госуправления. Последуют ли за этим какие-то подвижки, такие вот чистки, выражаясь уж совсем просто, или это просто фигура речи, трудно сказать. Но на этом мы социально-экономическую тематику заканчиваем? Мне кажется, нет? Можно еще пару слов сказать. Да, давайте сначала из зала. Насчет чего? Про экономику. Андрей Медведев. Андрей Медведев, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Посмотрев ежегодное послание президента, мы обсуждаем его как бы и в основном ориентируемся на, скажем, на свой регион. Вот что я хочу сказать. Хорошо, мы живем в нашем регионе, в Татарстане, слава богу, практически все программы федерального уровня, которые издают, они у нас в регионе работают. Но надо учитывать и тот факт, что это же федеральное выступление, надо смотреть глубже. Вот на уровне, скажем, других республик, я могу что сказать, да, что в других республиках, которые являются дотационными, вот эти все программы практически не работают. Почему? Потому что, скажем так, вот как уважаемый сказал, 81% дает федералы, 19% мы даем из нашего регионального бюджета. Но в других республиках, в частности взять вот Мариэл, допустим, Кировскую область, Ульяновскую область, у них нечем компенсировать это 19%, они не могут этого сделать. В целом, а от этого страдает только население. Скажем так, из всех национальных проектов, которые были предложены, единственный проект, который работает на федеральном уровне, и то не во всех регионах, это сельское хозяйство. Народ, если сказать честно, не почувствовал вот эти, скажем, программы, которые были приняты, качество их исполнения. Национальные проекты вы имеете? Да, я имею в виду национальные проекты. Он не почувствовал. Вот мы, как член штаба Общероссийского народного фронта, которые, значит, и существуем ради того, чтобы вот все эти указы, проекты как бы контролировать, помогать их исполнять, мы постоянно сталкиваемся с различными вопросами. Вот. Но хочется сказать о чем? Что вот не зря все-таки прозвучало вот перераспределение о назначении, скажем, премьер-министра, министров. То есть суть вопроса в чем? Ответственный, скажем, за реализацию этих программ – это правительство и исполнительные органы. Они, скажем, сработали очень плохо. Это надо признать. И дай-то Бог, чтобы вот эти все сподвижки, скажем так, на юридическом уровне, о назначении, скажем так, политические все эти моменты, дали толчок к тому, что он же прямо говорит, Владимир Владимирович, ну вот же, давайте работайте, вот же есть деньги, давайте сделаем так, чтобы народ стал жить лучше. Что надо для этого сделать? А для этого надо сделать, чтобы и правительство, и исполнительные органы все делали для того, чтобы все эти программы привести в жизнь. Единственное, что вот мне, конечно, из обращения, он не затронул вопросы прошедших, уже переходит к следующему этапу, как бы давая новые задачи, посылы к развитию, не учитывая тот факт, что вот старые-то проблемы, те неисполненные нами, скажем, поручения, те неисполненные нами, скажем, задачи, они как балластом могут, как сказать, нам помешать это сделать. Поэтому, мне кажется, надо все это очень хорошо продумать и в регионах, и на федеральном уровне, чтобы была обдуманная, четкая социально-экономическая политика. А для этого какие-то должны быть перемены как в правительстве, так и в исполнительных органах. О чем и говорил президент. Спасибо большое. Сейчас одну минуточку. Насколько я знаю, тут мне сказали осведомленные люди, вы тут не один, а вместе с сыном. Покажите, где он. Сына потерял. Ну, уже все, сына нет. Но все-таки старший. Он уже исполняет, да, он уже пошел вместе с замминистра экономики. Я понял. Спасибо большое. Есть добавление, да? Пожалуйста, да, Артур Ахатович. Были аплодисменты, послания. Поаплодируйте, не стесняйтесь, если понравилось. Почему нет?
По первой части послания, на мой взгляд, основной характеристикой первой части послания является сочетание стратегичности и в то же время требование реализации тех мер, которые могли бы давать результаты, конкретные результаты, ну, практически здесь сейчас, то есть в краткосрочной перспективе, и которые были бы заметны тем частям нашего общества, это может быть конкретный гражданин, конкретный бизнесмен, на которые направлены соответствующие меры. Это, кстати, в том числе к вашему первому вопросу о том, каким может быть новое государственное управление. Эффективное государственное управление, конечно, предполагает такое сочетание. Сочетание стратегии, эффективной стратегии, реализуемой стратегии и практики. Результаты которой заметны здесь сейчас. Как насчет реализаторов? Вот, да, стратегии есть, прекрасно. Мы все, почти все знают, что нужно делать. Почти все. Но как только, вот возвращаясь к тому, почему не работают деньги, денег мешок, где-то они застревают, где-то их частично, конечно, растаскивают, из них начинают извлекать маржу. Но в значительной степени ведь деньги не осваиваются еще и потому, что качество тех управленцев, которые должны эти деньги осваивать, оно ниже всякой критики. Вы сейчас очень правильно и хорошо говорите о том, что да, стратегизм должен быть, и качество управления, тактическое. У меня простой вопрос к вам, как к представителю новой генерации, да, вот, в том числе татарстанской. Вы можете сказать, вот, положа руку на сердце и глядя вот, на своих соратников, сподвижников, друзей, единомышленников, что существует уже вот такой кадровый подпор хорошо подготовленных, ответственных, не мелочных, не рвачей. Вот, ну, одним словом можно назвать, наверное, компетентных патриотов, да, или тех, кто готов подписаться или вписаться за меритократию. Вы знаете, во-первых, я не думаю, что хорошая идея противопоставлять различные поколения госуправленцев. И, в общем-то, в послании об этом, это, скажем так, нитью проходило, о том, что перемены должны быть на какой-то базе, конечно. Ну, конечно. А при этом, что касается молодых людей, которые обладали бы государственным мышлением в общем понимании, компетенциями и так далее, я знаком с большим числом таких людей, которые и в Татарстане присутствуют, и поскольку я получал образование в Москве на федеральном уровне, кто остался на уровне федеральной власти, на уровне правительства Москвы, кто-то переехал в другие регионы. И действительно, таких людей в новой генерации достаточно много, поэтому, в общем-то, при верной постановке, конкретной и верной постановке задачи, я думаю, всегда будет кому это реализовывать. И социальные лифты работают? А не секрет, что в стране есть с этим проблемы, но, тем не менее, в определенной степени, да, работают. Работают. И у меня, да, и у меня, опять же, есть в личной практике. Да? То есть это как в старых лифтах, да, когда без лифтера не поедет. Скажем так, не всегда, но действительно, наверное, можно говорить о том, что в недостаточной степени и постоянно эта тема всплывает, конечно, это не секрет. Да, ну, по Татарстану, опять же, если брать за пример, не хочу сказать за образчик нашей республики, мне, конечно, видно, что омоложение-то идет. Мы только что общались с совершенно юным нам с высот моего возраста заместителем министра экономики. Здесь сидят, да и вы в том числе, абсолютно молодые люди. Дай бог, чтобы все-таки этот загадочный человек, который в лифте постоянно сидит в социальном, все-таки как-то он занимал хотя бы меньше места, если бы уж совсем не исчез. Еще одна маленькая частность, мы сейчас перейдем к самому интересному, к транзиту власти, о котором все пишут, да, как это все будет. Вот Андрей Георгиевич уже напрягся, он уже готов все нам рассказать про этот транзит. Еще немножко терпения, Андрей Георгиевич. Но пару частностей я хотел бы уточнить и, наверное, опять, Анатолий Сергеевич, к вам буду адресовать. Вот президент обмолвился, что настала пора запускать новый инвестиционный цикл и не стал пояснять, что он имеет в виду. Как по-вашему, что он имел в виду, когда говорил о необходимости запустить, если потом, пожалуйста, если хотите, дополнить.
На самом деле он несколько фраз все-таки сказал. Да? Да. Инфраструктуру он еще сказал, да? То есть необходимо строить инфраструктуру. То есть это дороги, это объездные пути, которые будут вытягивать в том числе и туризм. Ну, и вот это прям конкретно было сказано. Насчет цикла. Да, насчет значит, цикла, который ну, действительно должен запуститься, это, ну, во-первых, было сказано, что защита инвесторов должна быть, да, то есть это прямо вот конкретно было объявлено. То есть это один из таких пунктов, на самом деле, очень серьезных для инвестора, которые смотрят. Ну, я напомню, что один из первых законов по защите инвесторов как раз в Республике Татарстан родился. И многие потом смотрели этот даже закон, там переписывали и у нас брали. Второй момент, который тоже прозвучал для инвесторов, я не знаю, там, насколько там услышали, не услышали, по уголовной ответственности. Потому что здесь... Чтобы из всех не делать ОПС? Конечно. То есть тут на самом деле любое предпринимательское движение, любая предпринимательская идея, любая предпринимательская задача, она все равно рискованная, как бы на нее ни смотреть. И если изначально любое предпринимательское действие может рассматриваться, ну, под определенным углом можно это увидеть. Как злоумышленник, да? И, да, и не только самого предпринимателя, но и всей компании, которая работает. И вот президент и сказал, что только в том случае, если изначально строилась как раз и закладывалась изначально идея рождения компании с точки зрения ну, каких-то неправедных действий, то тогда это действительно уголовно наказуемо, а если этого нет, то, соответственно, здесь уже преследование ну, не должно быть. Это тоже очень важный такой позыв, и то, что сейчас существует единая платформа, куда могут предприниматели пожаловаться, это, да, за бизнес, то есть это единая платформа, и это федеральная платформа, куда как раз могут отписаться, и в том числе общественные объединения, такие как Торгово-промышленная палата, да, как вот РСПП, как Деловая Россия, как Опора России, то есть все четыре объединения, это падает не только в силовые органы, но и нам параллельно. То есть мы это тоже видим и тоже отслеживаем. Вы сказали, 4 РСПП не входит в это? 4, я сказал как раз, значит, РСПП. То РСПП тоже входит, да? Конечно, безусловно. Акулы, да? Сейчас. Тоже, как член Опоры России, как человек, некоторые отношения к предпринимательству имеющий, дополню. Собственно, президент коснулся вот этой предпринимательской повестки, экономической повестки, так немножко покасательной, на самом деле, глубоко не заходя в нее, и обозначил вещи, ну, критичные, без которых, без изменения которых уже эта сфера просто погибнет там, в очень короткий промежуток времени. Ну, например, изменение налогового законодательства, например, 210-я статья ОПС. Например, ну, то есть, мы как раз сказали. Да. Например, там 6-летний мораторий на изменение условий налоговых для инвесторов, 3-летний мораторий на изменение требований к по строительству, 20-летний период для инвестиционных проектов. То есть, ну и самое главное, изменение контрольно-надзорное в течение 2020 года, завершение работ по изменению контрольно-надзорной деятельности. Все прекрасно, но это же не новость. Это не новость. Это же все, именно, уже все прописано. Да. Именно поэтому я и говорю, что он коснулся, он прошел по касательной, обозначив важность этой повестки, но, опять же, обозначив, что ничего нового здесь не происходит. Просто, без этого сфера бизнеса, МСБ, она погибнет прямо в очень коротком промежутке. Ну, я, знаете, я про себя отметил один штришок такой. Владимир Владимирович сообщил, что вот в числе тех мер, которые необходимо принять для того, чтобы бизнесу, в том числе малому и среднему бизнесу, дышалось полегче, вот... исключить из административного, из кодекса, из КОАПа, из уголовного кодекса позиции, которые душили стартаперов, да, стартапы. Что, Димол, что-то ты там раз, все, нецелевое расходование, тебя к ногтю и пошло. Да? И действительно, венчурная экономика у нас, в общем, где-то, по-видимому, в том же самом социальном лифте. Да? Что-то, я не знаю. Но... Когда он сказал, что вот эту вот новую норму мы введем, что уже чтобы не привлекали участников или основателей, или инвесторов стартапов за то, что средства потрачены, вот, ну, бывает, сказал, естественные неудачи. Да, действительно, венчурная экономика 70-80% это риски, конечно, риски потери капитала первоначального и дополнительных инвестиций.
Но с другой стороны открывается прекрасная кормушка. Я просто вижу уже тьму стартапов, куда будут закачиваться деньги и легко списываться, потому что уже никакой ответственности за это не наступит. Скажут, ну я делал вечный двигатель, но произошла естественная ошибка. В результате затраты 150 миллионов рублей он не получился. Я с горя купил себе виллу. Две цифры только скажу, можно? Да, просто как раз вот сейчас вы сказали, я сразу же вспомнил. Ежегодно в Штатах открывается 600 тысяч компаний. Конечно. И к концу года закрывается ежегодно 500 тысяч компаний. Mm-hmm. И что, они все на нас в проектах сидят? Да нет, конечно, ну, в том-то весь и фокус, что они-то сидят на частных капиталах, и это их проблемы. А мы-то будем на стартапы качать из всяких околобюджетных или квазибюджетных фондов. И это, извините меня, совершенно другая картинка. Вы хотели что-то добавить по этому поводу? Да, по поводу, небольшая заметка по поводу развития высокотехнологичного сектора, стартапов. Да. В общем-то, процедурно не всегда есть большие отличия от воровства. Между ситуациями, когда, например, стартапер приходит в государственную структуру или в какой-то крупный венчурный фонд, и там он должен предоставлять и отчетность, и так далее. То есть в этом смысле не всегда есть большая разница. Ну и как все-таки получивший образование по специальности, связанной с экологической политикой, с устойчивым развитием, наверное, было бы несправедливо обойти вниманием эту часть президентского послания. А там есть два очень интересных момента. Во-первых, в отличие от предыдущих посланий президента Федеральному собранию, часть, связанная с экологической политикой, не была четко отделена от социально-экономических вопросов. Это глобальный тренд. Это как раз и есть вопрос устойчивого развития, как сбалансированного развития трех сфер – экономической, социальной и экологической. А второй интересный момент заключается в том, что те пункты, которые отметил президент в своей экологической части послания, они показывают достаточно глубокую осведомленность этими вопросами. Это не были пустые слова. Например, переход к системе лучшей доступной технологии. У нас это практически не обсуждается, у нас на слуху совершенно другие экологические вопросы, но на самом деле вот этот вопрос, например, переход к системе лучшей доступной технологии, списку лучших доступных технологий, он может очень серьезно повлиять на ситуацию в сфере экологической политики в России. Далее было сказано о новых подходах к мониторингу загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. И действительно, у нас постсоветская система, она на сегодняшний день во многом устарела. И это те вопросы, которые тоже требуют первоочередного решения. Вот они были озвучены, я думаю, что это достаточно важно, чтобы понимать, что эта сфера тоже находится в фокусе внимания. Все, спасибо, Артур Хатович, спасибо. В зале какие-то дополнения, дополнительные соображения есть? Да, второе выступление. Второй раз, да. Я по поводу хотел как раз вот стартапов и всевозможных грантов сказать, что Путин Владимир Владимирович в своем послании, кстати, затронул вопрос финансирования и выдачи. Дело в том, что сейчас тот алгоритм, та процедура выдачи, скажем так, грантов, она очень сложная, и она сродни процедуре выдачи кредита. То есть, если какие-то там есть возможности, вот, скажем так, у нас, который осужден, этот был Хайдар Хайрулович, это руководитель. Хайрулин, да. Да. У него были возможности. То есть, влияние, скажем так, руководителей, скажем, тех структур, которые должны заниматься развитием, они за счет своей возможности не выдавать создание, скажем так, определенных препонов, они мешают развитию. Вот. Поэтому я что хочу сказать, что развитие вот как политических, так и экономических вот этих преобразований, о которых говорит наш президент, если, конечно, они на основе правительственных, скажем так, решений будут изменения какие-то вноситься, скажем, бизнес, он живет за счет финансов, это кровь бизнеса. Если бизнесмену не давать финансы,
он не сможет работать. И... А те, кто не дает этим средствам доходить до тела, кровопийцы, я правильно понимаю логику? Но не кровопийцы. Бизнес. Ну, можно сказать, да, что ту кровь, которую можно было влить, скажем так, в перспективные отрасли, скажем так, эту кровь они выпивают. Вот, поэтому мы надеемся, что это послание, оно даст толчок и, вот, скажем так, для развития бизнеса и как со стороны финансирования, так и со стороны его, скажем так, Вслед за вами дублирует, уже, наверное, не дублирует, а третья теория Дарвина, она такая, она, здесь не социальный дарвинизм, не подумайте плохого о товарище, это пиар-агентство теория Дарвина называется. Я с места короткую реплику, просто вы почему-то весь разговор свернулся к тому, как стартаперы государственные деньги осваивают. По-моему, это не весь разговор, ничего, что я вас поправлю. Ну этот контекст, связанный с грантами и с венчурным финансированием. Там же не об этом, там же о том, как создать кровеносную систему для венчурного, ну, как бы для венчурного рынка. Угу. А это деньги не только государственные, и в первую очередь не государственные. Боже упаси вообще заниматься государственными деньгами, венчурным, ну, как бы занимаясь венчурным бизнесом, пытаться опираться полностью на государственные деньги, да? И боже упаси этих предпринимателей, которые рассчитывают только на государственные деньги. Поэтому как раз ослабление контроля и либерализация в этой сфере, она жизненно необходима, опять же, именно для того, чтобы венчурный рынок мог меньше контроля, задышать. Больше свободы, это понятно. Скажите мне, пожалуйста, вы можете сказать, а какова доля частного бизнеса в Российской Федерации в венчурных проектах, в высокотехнологических проектах? Я не могу сказать. Я могу сказать, меньше 10. Я допускаю, что крайне мало. Да, конечно. Неоднократно запускал стартапы, в том числе в сфере IT, и сам выступаю с инвестором в ряде проектов. Браво. И этих денег нет. Б, нет систем, в принципе нет. Нет системы регулирования. Отлично. И я каждый раз, когда какой-то из венчурных проектов проваливается, а такое бывает постоянно, конечно, это высокорисковая сфера, да, я всегда думаю, не применить ли мне 159-ю статью по отношению к этому стартаперу, да, ну, и попытаться написать на него заявление, что он меня обманул. Я имею такую возможность и создать ему эти огромные проблемы. Ну, Путин об этом и говорил как раз, да. Наоборот, когда я беру другие чужие деньги на реализацию проекта, вам думаю лучше. Абсолютно о том же самом. Все, я понял. Настроение вполне понятно, спасибо за уточнение. А мы уже где-то минут 40, наверное, работаем. У меня предложение, вот еще минут 20 давайте мы все-таки пообсуждаем и закончим. Вернее, перейдем сейчас к теме, которую, я вас уверяю, уже сейчас на лентах всех информагентств, всех западных СМИ, с массой интерпретаций. Там уже пурга, пока мы здесь сидим. На самом деле в мировом информационном пространстве летит страшная пурга. Андрей Георгиевич, поддержим? Попуржим? Ну, конечно. Итак, завершающий по времени блок сегодняшнего нашего обсуждения послания президента Путина, это... серия изменений, предложенных в Конституцию Российской Федерации. Предложенных, отмечу сразу, для обсуждения. Можете в совокупности охарактеризовать и коротенько по, как говорится, смыслу каждой, их 7, по-моему, было высказано. Да, ну, вы знаете как, наверное, все нуждается действительно в осмыслении, да, надо это посмотреть, почитать, даже в качестве таких коротких предложений, да. Вот, перед глазами все это иметь. Дальше, я думаю, что это будет развиваться, тем более, когда эти предложения будут вноситься и переправляться в реальные, да, какие-то правовые нормы. Вот, поэтому здесь, наверное, еще будет много действительно и дискуссий, да, и нюансов и так далее.
Вот, с одной стороны, я бы отметил, я, естественно, вот экономические аспекты здесь достаточно бурно уже обсуждали, да, сугубо политический аспект того, что начал президент как раз с социальной политики, да, то есть это, на мой взгляд, тоже элемент политики такой широкой, да, а потом реформа была встроена, да, в контекст вот этого послания, и это некая такая вторая часть. Ну, конституционная реформа. Да, конституционная реформа, вот, о ней ведь говорили много, но в отличие от того, что общество действительно есть ожидание, да, что будут, значит, большие социальные выплаты, что будет забота о доходах граждан, да, что, в общем-то, даже на уровне там Госкомстата Российской Федерации было признано, что доходы граждан там снижаются и так далее. То есть люди ждут, да, чем ответит власть. Да, и поэтому вот первая часть, она была совершенно закономерной. Другое дело, что каждую цифру, наверное, можно обсуждать, и коллеги-экономисты уже в этом плане сделают, наверное, гораздо больше и гораздо лучше, чем я. Вот. Что касается, значит, реформы политической, то ее, или конституционной, да, то ее на самом деле давно ждали. Вот. Но последнее обсуждение, по-моему, было инициировано вот новогодние праздники там, тем же Глебом Павловским, который бывал очень высоко во власти, да, и многие его и представляют, он неоднократно и в Казани здесь был, да, и его рассуждения, и нынешний его этап, да, когда он не находится во власти. Да. Вот поэтому, ну, с одной стороны, наверное, для группы экспертов и аналитиков, которые эти вещи рассматривал постоянно, неожиданностей больших не было. То есть, ну, нет таких революционных, да, значит, предложений, которые бы до этого не озвучивались совсем. Но ну, точки зрения разные могут быть, да? Вот, поэтому, да, совокупность можно посмотреть, но видите, как здесь надо действительно уточнять, потому что, с одной стороны, президент сначала первыми, да, вот, тезисами говорил о том, что фактически мы переходим к парламентской республике, потом уточнил, что нет, она остается президентской. Вот, значит, это какая-то форма смешанная, да, и поэтому здесь вот нужны детали. Вот, здесь вот, ну, естественно, суть, она, наверное, вот в этих деталях, да, которые нам пока неизвестны за достаточно обтекаемыми фразами послания, поскольку, ну, жанр такой, вот, в послании, наверное, невозможно, да, выстроить, рассказать все правовые моменты, ну, да, конечно, тем более объяснить конечно. Это гражданам и так далее. И, наверное, последний вот момент в таком моем небольшом монологе, это я бы отметил, что, посмотрите, мы ведь последний раз, это, наверное, вот даже студенты здесь сидящие точно не вспомнят, да, голосовали на общероссийском референдуме, да, то есть общее это голосование, 93-й год. В рамках вот этого вот кризиса, да, когда пытались эти кризисные явления снять. Но не помогло. Вы помните, да, да, первая вот эта политреклама, да, да-да, нет-да, и прочие-прочие вот эти вот... Это выборы Ельцина 96-го года. Нет. Нет разницы? Нет. Я имею в виду референдум как раз был. Референдум. А, там, там просто голосуй сердцем и забудь о башке, да? Да. А тут было 4 вопроса, если вы помните. Вот я и говорю, да. О доверии, да, парламенту, президенту. Да. Ну, мы сейчас все тонкости вспоминать, наверное, не будем. Вот. Я говорю, да, это первое, что в голову, это потому что первая такая компания крупная была. Вот, потом мы уже узнали, что это по американскому. Вы времена Советского Союза не берете, да? То есть референдум о сохранении СССР как-то за скобками. Я говорю о последнем, где мы, как жители Российской Федерации, как граждане Российской Федерации, имели возможность, соответственно, вот голосовать и решать. Вот здесь, наверное, это вещь такая революционная, но с другой стороны, мне сразу в голову вот тоже, значит, хлынули вот этот поток мыслей. Помните, в 93-м году, да, очень многие эксперты и аналитики говорили, а как это населению доверили принятие Конституции? Ну, вот сегодня с высоты 2020 года мы, в общем-то, можем говорить, что население проголосовало за определенный текст, да, большинство его там не читало. Вот. Но проголосовало. Да, во многом принятие Конституции там было обеспечено тем, что такая вот партия системная нашей оппозиции, как ЛДПР, да, в лице Жиринов сказал, ну давайте хоть какие-то правила игры примем. В общем-то, рациональный тезис был, да. Вот, и тогда чуть-чуть, вы помните, сколько скандалов было с этим, 50%, чтобы преодолеть, да, мы преодолели, собственно, по этому документу мы живем. И теперь вот нам предлагают всем вместе этот документ изменить. Вот это, наверное, очень серьезный вопрос. Мы даже это видели вот по реакции нашего зала, да, что
интереснее, да, люди говорят, ну, конечно, выплаты социальные, да, вот, это нормально, наверное, да, а с другой стороны, вот, мы придем все на референдум, да, вот, будут ли все, как эксперты, аналитики, которые действительно будут, да, члены, там, я не знаю, политического класса, как сегодня говорили более широко, вот, будут ли все граждане, которые будут голосовать, соответственно, ну, досконально понимать, да, это, за что они голосуют. Я позволю себе заметить, что это как раз в немалой степени задача вас и ваших коллег, Андрей Юрьевич, да? То есть вопрос просвещения, вопрос разъяснения. Отчасти эту функцию несет и наша сегодняшняя встреча. Я абсолютно с вами согласен, что на самом деле, конечно, для того, чтобы обсуждать такого рода документы, такого рода выступления, надо, ну, не с пылу, с жару. Мы сейчас вот вершки ведь какие-то хватаем, надо подумать, поразмыслить. Эта работа, конечно, будет проделана, я нисколько не сомневаюсь. В том, что касается, что было интересно, вот зал, да, ну, конечно, ну, это вот живое, да, конечно, наверное, больше интересует пособие, вот, зарплаты, там, льготы, питание и так далее. Но с моей точки зрения, и один из тезисов, который был предложен вот в этом разделе, когда Путин коснулся изменений, предлагаемых изменений в Конституцию, он тоже такой предвыборный. Мы же понимаем с вами, что первый блок это предвыборный. 21-й год, выборы в Госдуму, там начинается уже реальная подготовка организационная и ментальная к так называемому большому трансферту. И понятно, что сейчас власть делает то, что делают власти во всем мире. Вот в преддверии таких событий предпринимаются шаги, закачиваются деньги. То есть делается все для того, чтобы электорат, выражаясь по-русски, или избиратель, выражаясь на чуждом нам языке, он уже был бы как-то более или менее расположен, более или менее лоялен, или более лоялен, чем был лоялен раньше. И повторюсь, с моей точки зрения, вот высказанное одно из там семи предложений Владимира Владимировича Путина по изменению в Конституцию, мне кажется, вот точно оно носит точно такой же предвыборный характер, когда Путин заявляет, я предлагаю члены правительства, министры, судьи Верховного Суда, в целом судейский корпус, и вот это вот идет перечисление, и я вот здесь сидел и думаю, опа, что же он предлагает? Колыма? Нет, он предлагает просто оставить их без ПМЖ, ВНЖ и вторых-третьих гражданств. И, конечно, это вызовет аплодисменты. Я думаю, мы и здесь готовы поаплодировать. Но сколько можно государственным служащим прибыль извлекать здесь, а извлеченное тратить там? И, извините меня за уличное выражение, на этом кайфовать. Ну, наверное, это неправильно, и, наверное, будет горячо поддержано это решение Путина. Но я думаю о другой стороне. Я хотел бы, чтобы, может быть, вот и вы как конфликтолог, и вот два профессора уважаемых здесь рядом, коротенько, но тем не менее прокомментировали. А вот не кажется ли вам, что здесь существует опасность войны элит? Она, в принципе, и так уже назревает, потому что пирожок меньше, ресурсов меньше. Мы же с вами видим, какой передел происходит в самых разных сферах. Экономики, я имею в виду. И здесь, когда президент заявляет, а давайте-ка, причем заявляет, обратите внимание, он же не случайно сказал, а мы давайте поставим это на народное голосование. Он легитимирует это не я, это вот народ, и попробуйте восстать против народа, мы вас сметем. То есть все грамотно, все четко сделано, но никто же не отменил, или не отменял до сих пор того исторического факта, что, во-первых, перевороты, или говоря по-русски, революции. Я все время путаю, где уже сейчас теперь русское слово, а где нет. Ну, революция – это переворот по-русски, так, да? Есть хорошая фраза. Мятеж не может кончиться удачей, да. Иначе назывался бы восстание. Иначе. Конечно, да, совершенно правильно. Поэты, они такие люди, все знают про нас с вами. Так вот. И так уже напряженкой, да, извините, я опять позволю себе вульгарное выражение, а межэлитные вот эти вот склоки какие-то там тянут, вот здесь не хватает, тут не хватает, ну да, объективно так. А теперь мы еще добавим вот эту
войной элит. Это не чревато чем-нибудь крайне неприятным? Да, пожалуйста. Во-первых, давайте уточним понятие элит. Ой, да? Не надо. Не-не, это не это, надо. Это принципиально. Вот это не надо. Дело в том, что элита считается, это некие там, ну, отличающиеся своими там выдающимися показателями люди, да, в деятельности ли, своим ли там каким-то морально-нравственным качеством, еще что-то, да, давайте не путать, поэтому я употребляю слово политический класс. Элита может быть научная, элита может быть спортивная, да, элита может быть там артистическая, но, простите, мы имеем дело с политическим классом. Никто из них не доказал, что они лучшие люди по каким-то своим там, извините, вот тем характеристикам, о которых я говорил. Вот. Второй момент. Эти люди во многом пришли к власти на волне драматического обрушения страны под названием СССР, да, и, грубо говоря, они сделали карьеру на обломках каких-то, да. Кто-то оказался более эффективным управленцем, кто-то, прямо скажем, очень хорошим, да, а кто-то, может быть, и не очень. Кто-то очень вот, хорошего можно озвучить? Кто-то скатился, как говорится, на уровень того, что называется там исключительно заботой о каких-то своих бизнес-интересах. Вот. Но если в обществе созрел какой-то запрос на изменения, надо понимать, что любые изменения всегда затрагивают интересы. Причем как элиты, так и того, что называется простые граждане. Никто не отменял вот эту поговорку «паны дерутся». Простите меня великодушно. Сейчас, да, у хлопцев элит. Всем понятно, что изменения затрагивают интересы. Вопрос в том, чем это грозит. Давайте так рассуждать. Волков боятся в лес не ходить, во-первых. Отлично. Да? Во-вторых, давайте рассуждать так, что когда мы говорим о послании президента, это действительно некий манифест. Так, как этот манифест отзовется в сердцах и умах граждан и представителей того политического класса, который, в общем, довольно разнороден в некоторых регионах, мы, как говорится, будем посмотреть. И третий, на мой взгляд, очень момент знаковый, почему-то на него не все обратили внимание, что президент попытался как-то сбросить с себя вот ту абсолютную ответственность за любой сломанный бачок от унитаза в любом населенном пункте Российской Федерации, да, сказав, что он готов обсуждать правительство, которое формирует думское большинство, условно говоря. Но и чтобы это правительство несло всю полноту ответственности уже за любой сломанный бачок. Так, чтобы во всех бедах не винили первое лицо. Первое лицо как бы готовится отойти в сторону от текущего оперативного хозяйственного управления. По крайней мере, сохранив стратегические рычаги влияния на него, но не неся за это детальные вот такие вот, детальную ответственность Все за каждый понятно. Мелкий промах. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Римович. Значит, да, смотрите, какая ситуация. Я просто уточню, может быть, я не очень правильно, не очень четко артикулировал то, что имел в виду. Давайте чуть детальнее. Значит, что говорит президент? Я согласен 2 срока подряд убирать. Ну, не важно, ну, я согласен, хорошо. Я согласен, что федеральное собрание должно играть большую роль, чем сейчас. Не просто там президент предлагает, а они просто соглашаются, а если не соглашаются, то их распустят. А мы запишем в Конституцию, что президент не имеет права. Да, вот федеральное собрание назначило, там, подразумевается, наверное, все-таки из рядов своей партии, да, которая победила на выборах, да, назначил премьер-министра, а президент не имеет права их, там, взять его и отправить в отставку. И 1,5 минутами спустя тот же человек нам говорит, но я считаю, что надо поднять роль Конституционного суда, вписать в Конституцию, что вот по представлению, чтобы президент мог отрешить от должности и премьер-министра, и любого министра, есть по двум основаниям. Если они неправильно выполняют свои обязательства, а второе, самое пикантное, за утрату доверия. То есть
Чего же нормального-то? С моей точки зрения, логика здесь такая, я бы сказал, Американский президент тоже может. Но американский президент, слава богу, администрацию формирует все-таки, Конгресс утверждает, правильно, да? Конгресс утверждает. Вот. А может и не утвердить. У нас, с одной стороны, значит, президент, еще ведь нюанс есть, он говорит, надо занести в Конституцию. Я сейчас говорю о повышении роли губернаторов в политической жизни страны. Через губернаторов он плавно перетекает к Госсовету и говорит, вот в связи с тем, что надо усилить роль губернаторов, я предлагаю внести в Конституцию Российской Федерации изменения, наделяющие Госсовет большими полномочиями, большей ответственностью, но умалчивает, какими или насколько большими и какой именно ответственностью. Вот это, 906 год. Андрей Ильич, ну не все же знают столько, сколько вы, понимаете? Вот я не знаю столько. Я думаю, большинство присутствующих, я боюсь обидеть, конечно, кого-то, тоже не знают. Сейчас, минуточку, я закончу, ладно? То есть я к чему веду-то? Все мы с вами знаем, по крайней мере, большая часть присутствующих знают, что вот муссировалась на протяжении последних полутора-двух лет идея, что Владимир Владимирович от власти все равно ну никак не уйдет. Он ну никак не уйдет. И одна из версий высказывалась, что он вот возглавит Госсовет с большими, если не сказать, чрезвычайными полномочиями. Один вариант. Второй вариант, что будет усилена роль Федерального собрания, одновременно снижена роль президента как такового, чуть ли не до номинальной фигуры, да, царствует, но не правит. И здесь есть вариант для Владимира Владимировича встать во главе, например, правительства и переизбираться неограниченное количество, да, срок. И вроде бы здесь тоже подстилка есть, подкладочка. Мы же предложили внести в изменение Конституцию, чтобы не вправе был президент отзывать там премьера-то, если его федеральное собрание утвердило. Значит, возрастает роль партии политической, правда? На данный момент это Единая Россия. Вот этот клубок я обрисовал. Давайте, если коротко, да, буквально по паре минут. Я считаю, что все-таки основной момент какой? Это то, что все, которые сегодня есть институты, и которые мы во многом принимаем просто де юре, чтобы они как раз подумали, и представители этих политических как раз вот сообществ, политического класса, которые так или иначе олицетворяют собой там силовые какие-то структуры, например, тот же самый Госдуму и так далее, чтобы они как раз просто-напросто проснулись и еще раз смобилизовались на все те задачи, которые, в принципе, есть. Сегодня это был, я еще раз говорю, такой вот жест для консолидации. Но при этом, когда идет консолидация, всегда уточняется, какие основания и пределы есть, и что мы делать будем в ближайшей политической перспективе. То есть я, в принципе, считаю, что это был вполне конструктивный жест для того, чтобы каждый посмотрел еще раз свои полномочия, еще раз свои какие-то интересы, и в конечном итоге определился, что он делает в ближайшие 3-4 года. В конечном итоге. Спасибо. Спасибо, Андрей Георгиевич. А у него есть, у него петличка. Есть, да. Вы знаете, но действительно, вот соль она вся в деталях, да, поэтому надо узнать детали. Поскольку пока президент обрисовал такую картинку, где действительно вот вы предположили, что он может претендовать, ну теоретически, ну, да, теоретически, на пост, конечно, да, председателя, конечно, правительства, а может претендовать на некую должность вот, значит, вновь вводимом, да, да. Государственном совете. Кстати, посмотрите, вот федеральные округа он не стал озвучивать, да, то есть это не актуально, чтобы их вводить, да, в Конституцию, да, да, и так, да, далее. А вот Государственный совет, значит, был озвучен и действительно может существовать как определенный орган. Ведь вот, ну, в этих дискуссиях узких, экспертных, аналитических, да, вот, есть ведь и роль, значит, президента, когда он уходит с поста президента, если он уходит, да, с этого поста, то, соответственно, ну, некий такой Дэн Сяопин, да, российского разлива, вот, и, соответственно, он следит, как другие выполняют задачи. Вот когда он
он говорил сегодня о двух сроках, я понял, что это адресован какому-то другому человеку. Нет, то есть имеется в виду, да, что другой человек, и, соответственно, данный президент уже не претендует, чтобы нарушать там конституционные нормы и так далее, и так далее. Но если сейчас президент, например, скажет, вот я с себя снимаю полномочия, как действующий, да, человек, избранный вот, значит, населением на эту должность, значит, всем народом, там, всенародным голосованием, вот как это звучит с точки зрения законодательства, то тогда он просто, ну, ослабит свои позиции и задолго до окончания своего срока, там, 24-й год, да, в хромую утку, да, по американской терминологии. Поэтому вот я думаю, что это президенту не нужно, вот, и он, соответственно, вот конструировать вот эту новую политическую систему будет до конца. А какие нюансы, я думаю, что политический класс вот в общем целом сейчас об этом действительно задумается, и дальше будут выдвигаться различные проекты, где мы увидим вот состязания, конфликты очень большие, может быть, где-то подспудные, да. Вот. Да. И, конечно, вот посмотреть, что такое смешанная республика, да, она изначально несет в себе конфликт. А кто формирует правительство, да? Вот потому что есть функция у Госдумы, есть, соответственно, функция у президента и так далее, да. Ну, кто знает, история может и повторяться, да, мы ведь знаем, какие были, да, конфликты между парламентом, да, да, и тот президентом, да. Да-да-да. Ну, если не персонализировать, да, и говорить там о личных качествах там предыдущего президента, вот, который в 90-е годы возглавлял страну и так далее, то, наверное, здесь много зависит от тех институциональных условий, в которые мы поставлены. Поэтому все, что угодно может быть. И вот сегодня мы видим одну, как вы говорите, партию, да, «Единая Россия», которая вроде бы уже готова, да, вот к этой гонке. А есть система конкурентных выборов парламентских, да, ведь мы можем увидеть и 4 ныне парламентских партии, да, и увидеть те, которые еще не выстрелили и так далее. Вопрос их формирования, вопрос, смогут ли они сформироваться за это время и так далее. Поэтому предположений делать можно очень много, но все зависит от той формы, которую мы будем рассматривать, и что будет внесено, естественно, в Конституцию. Все понятно. Большое спасибо. Три слова. Четыре. Все. Торговались. Я прошу не забывать, что в России исторически сложилось так, что легитимность всегда была только у государя. То есть первое лицо, как бы он ни назывался. И вот этот лозунг ответственного правительства, это кадеты в 1905 году выдвигали, он всегда натыкался на проблему практически нижайшей легитимности политических партий. Если сегодня посмотреть на социологические опросы, то мы увидим, что коэффициент доверия ниже плинтуса идет именно к политическим партиям. Поэтому, несмотря на такую вот, ну, кажущуюся, может быть, там, привлекательность идеи формирования правительства из политических партий, встанет вопрос, легитимность этого правительства. Если партиям не доверяют, простите, почему должны доверять представителям этих партий в правительстве? Если, как бы, авторитет партии весьма низкий, почему должен быть высокий авторитет у их выдвиженцев в правительстве? Поэтому комбинация вот именно парламентской и президентской республики при сильном, опять же, рычаге власти в руках президента, наверное, отражение вот той политической культуры, которая у нас сложилась. Политическая культура имеет свойство в историческом пространстве как-то меняться. Да? Незаметно, 100 лет уже не Но у нас как-то это все... У меня последний вопрос. Я понимаю, что уже довольно душно становится, и все мы немножечко устали. Я думаю, достаточно много было пищи для ума, да? Все-таки достаточно много было высказано предположений, соображений. Есть здесь Азат Идрисов? Нет Азата Идрисов. Но здесь есть вот... Где? А, очень хорошо. Значит, у меня вопрос вот к представителю группы «Волонтеры Победы» и к Михаилу. Миш, ничего, что я на «ты» к себе, да, 100 лет друг друга знаем. Человеку, который много-много лет, я имею в виду Михаила Валерьевича Черепанова, занимается в Татарстане книгой памяти, стал в результате членом-корреспондентом, как Академии военных наук? Стой. Я еще ничего не спросил, а ты уже встал и разговариваешь. Что такое? Хорошо. Миш, у меня, да нет, все, сейчас все разбежимся. У меня очень конкретный, простой вопрос к вам и к тебе. Вопрос следующий. Все, ну почти все наблюдатели говорили, что треть послания — это гадалки не ходи, это будет 75-летие Победы.
И вдруг совершенно шокирующий момент. Два предложения. Почему, как ты думаешь, в чем дело? Ну, дело в том, что, во-первых, я не услышал того, что хотел бы услышать. 75 лет мы так и встречаем при ситуации, когда больше половины наших дедов и прадедов не признаны погибшими на войне. Факт. Путин об этом ни слова не сказал и, видимо, не хочет этот вопрос вообще решать. То есть у нас они так и будут считаться пропавшими, то есть не погибшими. 5 миллионов наших дедов. Это факт. К сожалению, очень не украшает нашу страну. Хорошо, дальше. И второе. То, что он сказал о том, что нужны рассекреченные документы, наконец-то доступные всем, в том числе в интернете, это очень, очень важно и нужно. Мы начали рассекречивать списки погибших, я напоминаю, только с 2006 года. Угу. И сейчас они действительно доступны. Вот почему я сегодня еще раз хочу напомнить, принес вот сегодня университетским нашим товарищам напоминание, что вот этот результат архивной работы очередной, он доступен сейчас и студентам, и преподавателям. И я очень бы хотел, чтобы волонтеры Победы приняли участие в этой работе. Ребята, информация о наших дедах пропавших рассекречена, но недоступна семьям. Вот это звено отсутствует. Вот почему я очень бы хотел, чтобы вот мы сейчас это 75 лет все-таки использовали для того, чтобы предложенная президентом информация, рассекреченная из архивов, дошла наконец до тех, ради кого она и существует. Все. Не только об истории войны как таковой, это тоже важно, но и об истории конкретных семей, конкретных судеб. Вот это очень нужно и очень актуально, чтобы мы не были внуками неизвестно кого, неизвестных пропавших. Вот главное. Спасибо, Михаил Ильич. Спасибо, Саня. Будете дополнять, Кастин? Тот же самый вопрос. Если хотите, дополните. Если нет, значит нет. Почему? Тут буквально несколько слов. Так мало было времени уделено 73-ю победу в послании. Владимир Владимирович отметил, что будет поддержка оказана кино- и фотоматериалам, да, посвященным 75-й годовщине общая, да, Великой, да, Великой Отечественной войне Победы. Поэтому, ну, как бы и выделил отдельно движение волонтеров Победы, которое как бы должно этим заниматься непосредственно. Хорошо, я думаю, что в принципе, конечно, почему ждали все, что он достаточно много времени уделит 70-летию Победы, потому что такой один из мощнейших или не самый мощный фактор консолидации в обществе. Новый год и День Победы. Или наоборот, День Победы и Новый год. Да. Но, по-видимому, президент вот пришел к выводу, я могу только предполагать, могу гадать. Я думаю, что комментарии на этот счет еще тоже последуют. Вряд ли это останется незамеченным. Что он уверен, что уж что-что, а этот праздник мы отметим достойно. Я позволю себе на этом закончить, поблагодарить всех вас. Поблагодарить вас, уважаемые эксперты. Пожелать в новом году всего самого наилучшего. Дай Бог партии «Единая Россия», Общероссийский народный фронт и все силы добра, чтобы в этом году у нас все сложилось лучше, чем в предыдущем. Ну, я просто перечислил. Спасибо большое.